Ты расстроены, конечно. Контролировали всю игру, атаковали очень много, не забили, не везет нам, что-то две игры, ни одного гола не забили. Расстроены? Ну что делать? Это футбол, мы все время не будешь выигрывать. Есть поражения, есть победы. Будем как-то на позитиве пробовать дальше работать. Еще есть все шансы. Казалось, два разных тайма во втором тайме. Две команды играли без оглядки на свои ворота. Что после, что в перерыве сказал тренер, и вот почему именно так вот после перерыва произошло? Ну, это, наверное, от большого желания победить у нас. Мы и насоздавали себе моментов, и чужим моментов, и там, и там. Динамо, что они оборонялись, молодцы, конечно, на ноль. Но мы и всю игру контролировали, и сами себя привезли, в принципе, они ничего не создали. Все обрезки наши, наши ошибки. Но тренер сказал, что надо дальше, дальше, дальше играть, играть с позиции силы, атаковать, контролировать мяч, пытаться забить, что не получилось, к сожалению. Сегодня дождливая погода, как газон, тяжело ли было играть на таком газоне? Ну да, мягкое поле, но рыхлое такое, ноги едут в любых шипах, какие бы ни были. Тяжело, ноги садятся быстро, ну а что делать? Приходится играть, работаем. У нас, в принципе, и футбольное поле, где тренируемся, такое же. Дожди сейчас неделю льют. Так что, в принципе, адаптировались нормально.